Уровень реки Урал достиг 6 метров. Набережная затоплена. Вот по последним данным Казводхоза увеличились сбросы из Иреклинского водохранилища примерно 790 кубометров в секунду. Минувшей ночью в Уральске спасатели экстренно эвакуировали жителей микрорайона Самал-3. Там до критической метки поднялся уровень реки Чаган. Безопасное место разместили жители поселка Узынколь. Это порядка 700 человек. Но в населенном пункте все еще остаются примерно 150 человек местных жителей. И в основном это мужчины, которые охраняют свое имущество. По словам специалистов, сейчас там сохраняется угроза переполнения водохранилища. Стремительно поднимается уровень трансграничных рек Большой и Малый Узень, Урал и Чаган. Из-за перелива рек Калдыгайты, Анкарты, Булдырты, Оленты, Жаксыба и Шынгырлау подтоплено в общей сложности 500 жилых домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются. В общем, эвакуировано 6500 человек. В настоящее время у нас по Узынкульскому водохранилищу поступила информация, что происходит перелив воды через дамбу. Вчера департаментом по ЧС совместно с местным исполнительным органом принято решение о эвакуации населения села. В самом населенном пункте Узынколь развернут оперативный штаб. Там передислоцированы техника, личный состав. В случае угрозы, прямой угрозы, будут приниматься первые безотлагательные меры по эвакуации тех жителей, которые там остаются.